Cuba, que viva Cuba. Сделать остановку, чтобы мы могли с вами купить, чтобы я мог купить фруктов, потому что в Варадеро я нигде не видел магазина фруктов, и я не смог их купить. Сейчас мы по ценам сориентируемся, что здесь почем. Так, ну что здесь? Бананы, финики, манго. А это что такое? Это ориния. Ориния. А это манго, да? Канитель. Это не манго? Канитель? А это финики? Это не финики, это дикие ананасы. Дикие ананасы? Прикольно. Ананасы, да? А это что за фрукт? Это гуанабана. Гуанаба? Гуанабана, он дает попробовать. Гуанаба, господи. Гуанабана. Гуанабана. Короче, я не выговорю, ребят, вы слышали, как эта штука называется? Гуанабана. Сейчас он тебе дал попробовать, смотрите. Попробуй. Она сочная фрукта, очень сочная, но она очень приятная. Сколько она стоит? Не, это... Сейчас попробуй, если понравилось, тогда и купи. На, попробуем, пойдем. Я попробовал гуанабу, или как это называется. Оно прикольно, оно кисло-сладкое, такое тягучее. Очень интересный фрукт. Рекомендую попробовать. Ананасы. Так, это ананас. Это нам дали маленькие ананасы, вот эти вот дикие, как они там называются. Ну, как яблоко. Такое интересное, тоже вкусно. Даю тебе попробовать. Мне говорили об этом. Вкусно. Еще нам дают мед попробовать. Мед очень вкусный. Короче, мы все попробовали. Обляпались, как поросята. О! Надо было только сразу руки по... А это что такое? Что это такое? А что это такое, Адольф? Адольф, мы вот доели? Анон. Анон, попробуй. Он тебе дам попробовать. То есть мы попробовали вот это вот, да? Попробуй. Это вот эта вот штука. Ну, такая... Она развалилась просто из рук, но... Ребята, маракуйя. Все вкусные. Маракуйя. Я надеюсь, что нам завтра, после того, как мы едим грязные фрукты, все будет хорошо. Но маракуйя кислая. Все были сладкие, только маракуйя кислятина. Значит, что по стоимости? 7 штук, один кук. 2 штуки, один кук. Ветка бананов, один кук. Что тут еще? Папайя. А у них папайя, карамболь еще есть, ананас. Ананас почем? А кому на лапыне? Кук, один кук. Один кук. Ну, все по куку. А вот эти ветки почем? Это дикий ананас. Один песо тоже. За 2 мешка фруктов мы заплатили 6 кук, это 6 евро, набрали, ну, видите, я вам цены озвучивал здесь, причем все это дикие фрукты, это не выращено на каких-то плантациях, он собирает их здесь в лесу и продает их спокойно, поэтому они максимально натуральные. Как тебе фрукты? Да. Нормально затарился? Да. На целых 6 кук? На целых один день, скорее всего. На целых 6 евро взял 2 мешка фруктов. Наш водитель немножко издевался.
осмотрелся, соскочил с обочины. Ну, обочина оказалась такая разбитая, и он порвал колесо. Сейчас вам покажу. Поэтому, если берете машину на прокат, будьте внимательны, не съезжайте с обочины. Это чревато. У нас есть возможность поснимать местные достопримечательности. Пойдемте к местному ковбою. Оля! Он нам разрешил поснимать. Это его ферма. This is your ферма? Hey, enter. Видите, собаки, курочки, конь. Пойдешь, Леш, посмотреть? You фермер? Пока. Окей, my friend, one more. Леша. Леша. Окей. Пойдемте. Закрывайте. Он говорит нам, пойдемте. Ну, я по-испански не поймаю, но язык тела не обманешь. Пойдемте, покажу вам свою ферму, свой трактор. Russian, Россия. Беларусь. Нашего фермера зовут Мартин. Мы тут как-то... Не, это не нам еще, пошли. Пока нам там делают ремонт автомобиля, нам покажут ферму, как живут местные кубинцы. Здесь, в принципе, те, кто хотят зарабатывать деньги, могут заработать деньги, как и в любой стране. Но если вы ленитесь, то ничего у вас не будет. О, прикольно, смотрите, какие кресла. Леша, ну-ка сядь. Леша местный фермер. Которас? Привет, попугай. Хозяин позвал кур, их тут очень много. Смотрите, сколько. Леш, ты смотри, там сзади индоутка или индюк идет, чтобы он тебе не навешал, потому что вот эти... Вот эти любят навешать. Ну, деловой. Хозяин нам показывает свою ферму, Мартин. Очень, ну, такая, конечно, неприятная ситуация, что пробилось колесо, но, с другой стороны, мы смогли попасть на реальную ферму, где живут, то есть не туристический маршрут, где живут реальные люди, и можно посмотреть, как они реально живут. То есть, видите, такой небольшой домик, там две качалки стоят, тут курки, свинки, и вот он все это выращивает. Там у него еще вот лошади, если не ошибаюсь, там еще корова есть, а там дальше... Смотрите, хозяин подзывает голосом, и смотрите, кто бежит. Смотрите, сколько их. У него для каждого животного свои команды. То есть, хотите кур? Позвал кур, они прибежали все. Смотрите. Круто, да? Да. Пришли овечки и подвинули индюка. То есть не он здесь самый главный, оказывается. А нет, смотрите. Что-то пытается доказать. Там мы внутрь заходим, как... Он обувь снимал? Нет, вроде. Но я прокашку не снимал. Тут у ребят, у него
Фрукты. Фрукты. Фрукты, видите, прямо здесь все оценки. Ну вот, то есть очень колоритно как. Энтра, энтра. Снимай. Да. Колесо трактора. Еще фрукты. Ну, фрукты у них. Фрукты у них это. Это угощает. Да, нас угощают. Грасиас. А там спальня, судя по всему, еще и стол, где кушают. Леша говорит, как будто бы музей. Ну, то есть так, да, очень интересно, очень колоритно. Холодильник Samsung, причем какого-то там года, но работает до сих пор. Наши ребята закончили ремонт автомобиля. Вот это, кстати, манговое дерево. Нам подсказали. Я, честно сказать, никогда не видел, как растут манго, и мне было бы интересно. Но сейчас у них не сезон. Наш Мартин, он здесь не живет, это просто ферма у него. Он нас угостил бананами. Вот они нам дал, Леша и мне. И куры нас преследуют, теперь не хотят отпускать. Детей идут за мной. Собака. Интересно, очень интересно. Я очень рад, что у нас получилась такая... Я очень рад, что у нас получилось здесь сделать остановку, и такая спонтанная получилась, и мы реально посмотрели жизнь реальных кубинцев, потому что, ну, мне было реально интересно, как оно, как они живут, и, ну, вот вы увидели, вот эта ферма, обеспеченный такой, я думаю, зажиточный кубинец, который имеет свою ферму, имеет своих животных, и вот его ферма, живет он не здесь, живет он где-то еще в городе, а здесь он ведет хозяйство. Мартин, thank you. Bueno. Что? Все, goodbye. Bueno, ya sabes. Buen viaje. Все, мы попрощались с Мартином. Покидаем эту усадьбу. Посмотрели с вами, я думаю, интересное место. Bye-bye. Bye-bye. Это мы едем на водопад через джунгли. По горам поднимаемся, спускаемся. Мы сейчас с вами, ребят, едем на водопад. Я специально попросил остановиться. Тут такие перепады вверх-вниз, джунгли, птички летают, лисицы, какие-то животные дороги перебегают. Очень колоритно, очень интересно. Ну, чтобы вам показать, потому что с машины сзади у него окна не открываются. Я не могу вам ничего показать и снять из окна. Ну и трясет очень сильно, потому что дороги такие, ну, раздолбанные местами есть. То есть, видите, мы колесо порвали, развалилось. Колесо, кстати, к слову, у них стоит 150 кук, 150 евро, чтобы вы понимали, да? То есть, вот это колесо, которое он повредил, это 150 ему евро обойдется. Сейчас вам покажу красоты здесь какие. Вот такая дорога, смотрите, да? Она... Это относительно ровно. И вот такие вот спуски вверх, вниз. Вот видите, там, где ребята наши стоят. Очень красиво, смотрите. Водитель уже там, наш букс, газует, что беги, беги, парень, а то оставлю тебя в джунглях. Мы отъехали буквально... меньше километра, и наш гид остановил. Мы просили показать, как растет кофе. Я вам покажу тут дерево. Там Леша уже изучает. Давайте посмотрим поближе. Окей. Вот, смотрите, видите, это кофе. Вот они. Интересное дерево, и тут какие-то лианы на нем или наросты. Смотрите, это дерево, на нем какие-то еще паразитируют растения. Мы приехали на водопад буквально от того места, где мы кофе снимали, еще километр. Ну, тут мы долго ехали, наконец-то мы здесь. Вход стоит 10 куб. На водопад показываете билеты. Ну и здесь можно будет рядышком покушать. Ребята говорят, примерно 5 кук стоит перекусить. Если слышите, это шум водопада как раз таки справа. Сейчас,
Здесь говорят по-русски, спрашивают, сколько пива нам. Стакан? Ну нет. Да нет. Идем дальше. Наши гиды как в классике комедийного жанра. Ребят, вы идите, тут недалеко, 800 метров, мы тут в кафе посидим, останемся. Вот мы сейчас идем куда-то. Ну, тут тропа одна, надеюсь, мы не заблудимся и придем к водопаду. Ну и куда нам? Туда, ага, стрелка показана. Давай сходим, посмотрим, снимем, потом пойдем по стрелке. Тут площадка, наверное, обзорная. Или для ныряния. Ага. Я думаю, лучше далеко идти. Да, это, видимо, это, наверное, не тот водопад, который мы ищем. Это один из порогов и такая запруда, ну, чтобы вода быстро не уходила. Идем дальше по указателям. Леш, ты иди первый. Если там, короче, вот этот судав 4-метровый на тебя скинется, я просто буду снимать, я же не могу. Кадр. Будет отличный кадр, так что ты... Ты постарайся, пожалуйста. Хорошо. Я буду максимально... Естественно, быть максимально, когда тебя будут есть. Какое переплетение интересное. То есть тут к водопаду не так просто добраться, как хотелось бы. Красота, да? Такое типа популярное направление. И никого нет, никого а? Леша задал резонный вопрос, говорит, очень популярное направление, и главное, никого нету. И гиды сюда сами не ходят, отправляют туристов одних. Первый. О, два. Там за нами группа туристов идет, которая на форте. Ну и здесь модель нарисовалась сразу, видите, да? Вау! Вот это круть, да? Вот это водопад. Ну да, оно стоило того. Трястись 2 часа до этого водопада. Вау! И вот еще один. Но туда уже не добраться. Очень красиво. Мы идем еще выше. Ребята наши подошли, гиды догнали нас, сказали, что там выше находится озеро, в котором как раз таки можно и покупаться. Леша сказал, что он бы не пошел, а я сказал, что я бы все равно поперся сюда, по этим ступенькам. Здесь не очень высоко, наши ребята бегут и нас подгоняют. Не-не-не. Сумку бросай первым делом. Через меня, Леш, только. Женщина у нас спросила, сколько нас человек. Спросила 20. Сколько ей стоять ждать здесь? Если вы думали, что мы только вверх, мы еще и вниз, а потом опять вверх. Все выше и выше и выше, взлетая к небесам, с голубым или золотым. Значит, смотрите, ребята, тут указатели есть. Туда у нас дорога пошла, на смотровую площадку мы сходим попозже, ее посмотреть. А мы с вами по желтым стрелочкам идем, идем дальше на озеро, на горное. Так, и вот мы уже почти добрались.
Да. Развивается просто мозг прямо там. Природный. Видео тебе поснимать? Не-не-не. Ну как, Леш, ощущения? Ну что, мы покупались, вода, она, когда заходишь, сначала холодная, потому что тут жарко, а вода такая, ну, градусов, может, 15. Она примерно такая, как у нас летом на озерах, поэтому для нас она комфортна для купания. Для местных, конечно, нет, потому что они приходят так много, о, очень холодно. Ну, я там снимал, вы увидите. Как я обещал, сейчас вам покажу обзорную площадку, водопад классный, вот однозначно. Не жалко времени. Я, например, больше гораздо люблю природные достопримечательности, такие как водопады, горы, леса, там, болота и так далее. Они, ну, они интересны. У них свой колорит. Город, старые города, здания – это немножко другое. И сейчас мы с вами вот на обзорную площадку идем. Тут уже Леша фотографирует во всей красе. Вау, тебя. Круто. Я хочу тоже вот на ту речку. Смотрите. Круто, да? Блять, вот танцы. Ага. Там ее есть еще. Она действующая, да? Действующая. Запыхался. А ты говоришь, комаров нету? Есть. Это большое озеро, это водохранилище. Там есть гидроэлектростанция, построенная еще Советским Союзом. И она до сих пор функционирует и работает. Все, спускаемся вниз уже. Обзорную площадку я вам показал. Вниз идти гораздо легче, чем подниматься вверх. А где наш водитель? Он там, у него своя дорога, да? Через джунгли. Водитель исчез. Смотрите, какие корни, они глубоко под землю уходят, поэтому... Никакие дожди не могут эти пальмы отсюда вымыть. Ну, а мы спускаемся дальше к водопаду. Ребят, смотрите, какая мусорка интересная. Я думал, это шутка такая. Это на самом деле мусорка, из листьев пальмы делают. И вот мусор выбросили. Чтобы вы понимали, какие здесь ступеньки и какой спуск. И вот он опять, наш водопад, красавец. Мы вышли обратно к нашей машине. Здесь есть парочку ресторанов, кафе, где можно перекусить. Видимо, ребята нас здесь ждут. Здесь же можно купить кофе. Арабика, сильные обжарки. Леша занимается кофе как раз-таки. Он попросил, чтобы ему принесли кофе. Он хочет здесь купить. Ну и вот он говорит, что это сильно обжаренный, хочет более легкий. Сейчас вам покажу кофе. Вот Алексей. Это сильно пережаренный, да? Очень темная обжарка. У него прям такая явная горечь. Ой, горький, да? Да, его надо с сахаром только пить, иначе... Слишком такой... горький, да? Да, да, он очень горький будет. Он а у него есть какая-то другая обжарка, или он сказал? Вот, он сказал, что да, сейчас принесет среднюю обжарку, потому что здесь, видишь, прям вот этого не должно быть. Мусор, прям, да, это не мусор, это прям смола, знаешь, как дерево, когда сгорает, вот то же самое. То есть это, ну, на самом деле, не очень хорошо. Вот так вот кофе у них хранят. Жарят они его прямо на сковородке в Казани. Сейчас Леша скажет, насколько хорош этот кофе. Ну, я уже вижу, что он тоже пережаренный. Там тоже много мусора, да? Смолы. Не мусор. Смолы сгоревшие, да? То есть. Да. Не живет прямо на зеленом. А, он... Смотрите, тут... вот два вида кофе. Это первое, которое тут даже меньше видно, что оно меньше обжарено. Так он жарит его в Казани, поэтому оно, конечно, такое. Это еще более пережаренное. То есть оно будет еще более горькое. Его только, как Леша говорит, с сахаром. Видите разницу? Это более светлые зерна, а эти более темные.
Вот он сделал кофе с этого зерна. Леша уже добавил туда 3 ложки сахара. И оно очень горькое, такое, ну, очень специфический вкус на любителя. Не знаю. Это такой. Он тоже, да? Очень-очень пережаренный. Все, мы отправляемся дальше. Здесь мы посетили все, что хотели. Наш водитель проверяет после аварии нашей целостность колес и всего остального. Смотрите, машина 48-го года, а на ней только пару пауков. То есть она не ржавеет, я так понимаю, да? Буквально километр мы проехали, остановились. Мы будем здесь кушать. Здесь деревушка небольшая. Я так понимаю, что здесь немножечко дешевле все это, потому что там прямо возле водопада цены выше. Вот оно, то место. Поладар. Джаз-Ягуар. Интересное название. Примерно 5 кук нам говорили, что будет здесь покушать. Сейчас посмотрим. Угу. Чучело барана. Здесь тоже ферма, только такая более оккультуренная по сравнению с тем, что мы видели. Смотрите, это печка. Большая, длинная, да? И здесь шведский стол. Они вставляют тарелки с едой. Вы сами подходите, берете, что хотите. Суп. Печка теплая, как в деревне. Вот как, за что платишь? Ну, в смысле, ты пойдешь сколько хочешь, и потом платишь. Вот суп. Короче, как дома. Пришел, наложил, покушал, ушел. Как хозяйка. Здесь сразу же пчелы, видите? Мед свой. Попугаи, которые разговаривают. Смотрите, красота какая. Выдра? Где-то 7 килограмм. Смотрите, они вместе с кроликом живут в одной клетке. Два друга. И интересный такой у них. Самка. Еще у них свинья. Ребят, смотрите, это анис. Это, если кто знает, в Турции анисовую водку, я так понимаю, делают вот именно с чего-то такого похожего. Вот это вот рядышком папайя растет. Она прямо здесь, вот она. Вот это папайя. Я не видел, как она растет. Ну, а тут, конечно, деревья бананов. Еще у них. У них здесь все сразу же свое. И ему, видите, наш хозяин скромный какой. А, все, забрал. И все, и задницей к нам. Видите, как он задом? Задом, да. Короче, у них тут, видите, все очень удобно расположено. Еда находится на дереве, по дереву стукнул, фрукт упал, животное покормил. Ну и ты в кадр хочешь. Ну не надо мой микрофон грызть. А это, видите, сахарный тростник. Его сейчас как раз убирают. Вот из этого делают сахар. Ребята себе набрали еды. Сейчас будут кушать. Приятного аппетита вам. Спасибо большое. Я тоже решил попробовать рискнуть поесть. Давай, Леш, окубинивайся. Леша тут выбирает непонятно что, а это авокадо нам принес.
показать. Нагава, we got the... No! Курица. Неоткого. Леша решил проверить, что такое острое по-кубински, взял вот эту вот штуку непонятную. Ну как? Это остро. Ну, когда ты закрыл глаза, мы все поняли. Подожди, ты плакать будешь? Запивай, главное. Не попробуй, что такое вот это по-кубински. Это правда остро. А ты так от души, да, положил? Полил сверху. Леш, ну ты даешь. Леша вроде жив. Все нормально. Нам принесли банановые чипсы. Леша такой взял, говорит, как будто бы банановые чипсы съел. Шутник. Прощаемся с ребятами. Вот оно кофе, не обжаренное. Вот то кофе, которое мы с вами пьем. Вот как оно растет.